Я приветствую тебя, друг, ты на канале Веселый Инженер, меня зовут Андрей, и в этом выпуске тема нашего очередного видео, это скорее продолжение предыдущего, виды, типы и конструкция долбиков для изготовления зубчатых венцов. Обо всем об этом поговорим в сегодняшнем видео, не забывай, что у меня есть социальные сети, ссылочки на которые будут сразу же под этим видео. А мы начинаем. Долбяк. Что же такое долбяк? Вот такая схема обработки, получения зубчатого венца. И как вы видите, здесь есть такой вот режущий инструмент, который называется долбяк. А вообще определение звучит так. Это долбяк. Это металлорежущий инструмент, используемый в качестве оснастки долбежного станка. По форме он напоминает зубчатое колесо, но отличается наличием передних и задних углов на вершинах и боковых сторонах зубьев. Применяется преимущественно для резки зубьев, прямозубых и косозубых передач. Да, действительно, видите, он похож на шестеренку, но он имеет режущие кромки по всему контуру зуба, естественно, с углами. Необходимые ГОСТы, которые помогут вам более углубленно изучить тему долбления. ГОСТ 932379, долбики зуборезные чистовые. Там оговорены модуль от 1 до 12. Модуль 1 я видел. Модуль 12, к сожалению, мне не довелось увидеть. Это, наверное, достаточно крупный долбяк. ГОСТ 10059-80 года. Долбики зуборезные, чистовые, мелкомодульные. Модуль от 0,1 до 0,9. Представьте, 0,1 мм долбяк. Это, наверное, выглядит достаточно круто. Если у тебя такие долбики встречались, обязательно напиши мне об этом в комментарии. ГОСТ 676279, долбики зуборезные чистовые для шлицевых соединений с эвольвентным профилем. Тут из названия, в принципе, полностью понятно, о чем данный ГОСТ. Поехали дальше. Классификация долбиков по точности. Естественно, долбяк, как и любой режущий инструмент, имеет какую-то точность. В зависимости от точности, от его точности размеров и геометрии, будет стоимость варьироваться, а также будет качество получаемых шестерен тоже сильно зависеть. Итак, класс АА. Такой тип инструмента предназначен для обработки колес шестой степени точности. Класс А используется для работы с колесами седьмой степени точности. И класс Б используется для обработки колес с восьмой степенью точности. Конечно, самый популярный долбяк класс А. Седьмая степень точности для шестерен, зубчатых различных колес, да, это такая стандартная средняя степень точности, которая позволяет сделать шестерни, которые можно будет установить не только в какие-то редуктора, да, но использовать для любых других целей. Вот такие высокоточные, которые получают шестую степень точности, обычно шестеренку после зубообработки нужно подвергнуть какой-то термической обработке. Поэтому поводки будут однозначные, и чтобы получить шестую степень точности на выходе, лучше шестерню после термообработки доработать. Но если нету у вас возможности доработать, то возьмите долбяк класса 2А и сделайте наиболее точную зубчатый венец. Класс Б используется в основном для ремонтных служб. Разновидности конструкции долбиков. Первый, самый популярный, это дисковый долбяк. Представляет собой зубчатое колесо с режущими элементами, отличающимися определенной степенью заточки. Используется для выполнения зубцов, реек и зубчатых венцов различных шестерен. Вот такой самый простой, классический, который проходит во всех университетах долбяк. Он крепится на правку. Здесь вот видите такое углубление. Здесь ставится стопорная такая типа шайба, да, или гайка. Ну, в зависимости от конструкции вашей технологии. Оснастки и режущими кромками, соответственно, получаются зубчатые венцы. Следующие — хвостовые долбики. Они предназначены для обработки зубчатых колес с внутренним зацеплением. Для их производства используется быстрорежущая сталь марок R8, R12, R6, M5, но это только самая рекомендуемая сталь. Возможно нанесение специального защитного покрытия, которое существенно увеличивает износостойкость инструмента. Естественно, покрытие наносится на сам инструмент, на хвост, так называемый. Покрытие не наносится, хвост служит только для надежной фиксации вашего долбика в шпинделе зубодолбежного оборудования, которое вы используете. Третий долбяк.
Чашечные долбики используют для изготовления зубьев в колесах с выступающими бортами. Такой вид инструмента отличается высокой точностью нарезания и простотой в использовании. Выполнение из высокопрочной стали делает такие долбики особенно износостойкими и долговечными. Ну, объяснять, почему он называется чашечный, наверное, мы не будем, да? Потому что, если, конечно, его перевернуть, кто видел вживую, то он, конечно, похож на чашку. Да и с этого ракурса это видно вполне тоже. Направление зуба – еще одна характеристика, по которой можно классифицировать зубодолбежный инструмент, такой как долбики. Если есть прямозубые долбики, вот раз прямозубы, два прямозубы и три прямозубые долбики. То есть, ну, тут все понятно, просто прямой зуб. И есть косозубые долбики, такой с косым зубом, который предназначен, в принципе, для шестерен косозубых. То есть, прямозубым долбиком косозубую шестерню вы не нарежете. А вот косозубным долбиком вполне себе реально. На этом все, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, делимся с друзьями. Они тоже хотят посмотреть про долбики интересное видео. Всем добра. Пока-пока.